you. В среду на юге Кузбасса ожидается пасмурная погода, пройдет дождь. В Прокопьевске ночью плюс 2, днем 3-5 градусов тепла. В Осинниках ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 2, плюс 4. В Мысках ночью 2 градуса тепла, днем плюс 3, плюс 5. В Междуреченске ночью плюс 2, днем 3-5 градусов выше 0. В Шерегеше ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 3, плюс 5. В Новокузнецке 7 апреля будет пасмурно, пройдет дождь. Температура ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем плюс 3, плюс 5. Ветер юго-западный, геомагнитное поле Земли неспокойное.